Добрый день, Family Garden, наш любимый дом, за которым мы наблюдаем. Ответ на вопрос зрителя по поводу того, что запрещено сейчас в России. Сложности, вы знаете, невозможно перечислить якобы. Якобы невозможно перечислить деньги. Это балкон, на балкон выхожу. Я вам хочу сказать, что россияне приезжают, привозят деньги абсолютно без проблем. Кто не знает, сейчас уже Центральный банк России увеличил квоту. Если раньше лимит был 10 тысяч долларов на перевод денег и на провоз денег, то сейчас уже 50 тысяч долларов. Это во-первых. А во-вторых, существуют разные системы платежные, которые используют россияне для того, чтобы перевести деньги. Я хочу еще раз напомнить, или, может быть, сказать тем, кто и не знал этого, что ограничения касаются международных платежных систем. Если система платежная российская, а в Турции они тоже есть, через которые перечисляют деньги, то там, конечно же, никакого лимита нет, во-первых. Во-вторых, криптовалюта используется, очень активно используется, абсолютно без проблем можно перевести через криптовалюту в Турцию. Как говорится, ничто человеческое здесь не чуждо. Ну и плюс юридические лица. Ограничения касаются только физических лиц, то есть граждан, а юридические лица... И, кстати, в России юридически на правах юридических лиц действуют и предприниматели. То есть, если у вас оформлено предпринимательство, то как предприниматель вы не ограничены никаким лимитом на перевод денег. Поэтому, россияне, не пугайтесь, кто ищет, тот найдет. Если вы хотите купить недвижимость в Турции, перевести деньги, то совершенно никаких проблем у вас не будет. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всего доброго.